Здравствуйте, дорогие друзья! Буквально недавно у нас с вами был разговор на пряже на моем канале YouTube. И тема у нас зашла о пряже с пайетками. Вот я держу в руках вискозу с пайетками. И многие скептики утверждали, что невозможно вязать пряжи с пайетками даже тонкой на машине 5 класса. Еще были утверждения о том, что пряжа с пайетками забивает машину и получается потом очень тяжело, практически дословно цитирую комментарии с моего канала, очень тяжело потом эту пряжу вычистить из игл и из машины. Итак, давайте же посмотрим, насколько это правда или нет. В комментарии утверждалось, что пайетки не только забивают машину, забивают иглы, их ломают. Итак, смотрим. Ни одной пайетки у меня нет на игольнице. Забивать игольницу пряжа в принципе такая не может. Точно так же выдвигаем иглы и видим, что ни на одной игле, ни на одной головке иглы пряжи нет. И работаем пряжей далее. Кстати, я получаю шикарное полотно, которое будет великолепно смотреться на летнем изделии. Вполне может стать и вечерним. Для тех, кто любит шик, блеск, вполне подойдет для дневного варианта. Вяжем далее. Эта пряжа с пайетками приехала ко мне из магазина City of Yarn. Ссылку на этот магазин я оставлю в комментариях под этим видео. Но сегодня у нас не реклама магазина City of Yarn, тем не менее, а опровержение скептицизма. Итак, вы видите, что я при вас провязала 60 рядов на 80 иглах. И ни одной забитой, сломанной пайетки. Я попрошу показать крупным планом мою игольницу и крупным планом мои иглы. И вы можете видеть, что никаких обломков пайеток, как и самих пайеток, нет. Ни на игольнице, ни, конечно же, на иглах. И быть не может. И как мы видим с гладью, пряжа с пайетками легко справилась на машине 5 класса. Ну а теперь давайте пойдем дальше и посмотрим, будет ли она вязаться в ажурном переплетении. Причем сразу выбираем сложный ажур. И вы можете видеть, это все происходит у вас на глазах. С ажуром пряжа с пайетками тоже с легкостью справляется. Теперь давайте рассмотрим еще раз нашу игольницу и наши иглы, потому что ажурное переплетение – это все-таки декировка петель с одной на другую иглы. И мы видим, что даже после ажурного переплетения, даже после того, как ажурная каретка многократно перенесла петли с одних игл на другие, никакой грязи от пайеток на машине нет. Я вам предлагаю улыбнуться. И если в каком-то обсуждении вы увидите, что
кто-то все-таки утверждает, что пряжу с пайетками невозможно вязать на вязальной машине 5 класса, и она ее забивает и портит, можете показать им это видео.